что, наша веселая семейка перебралась на батут? Мироша лучше всех себя ощущает. Улюхся, сестры его укачивают, как на волнах. По морям, по волнам. Саша такая у нас прыгучая. Настоящая лягушка. А сейчас Мироша и Полинка будут скатываться вот с этой огромнейшей трубы. Ну что, ждем? Катится уже, катится. Встречаем. Встречаем. Посмотрите, какая она высокая. Мирославчик не побоялся залезть в эту жилу. Ну, где же он? Вот он, молодец. Привет, с успешным приземлением. Молодцы, смельчаки наши.